Вот так выглядит Рябикова 49, 40 лет и 3 года активного ремонта. Сначала трубу прокладывали, я вам это посылал, а теперь асфальт ложат. На улице 11 сентября. Воды столько, хоть уток разводи. Когда закончится? О, один товарищ работает на всю улицу. Сначала забетонировали, а теперь срезают 50 сантиметров бетона. Деньги вложили, теперь выкапывают. Стоит и думает, как дальше жить на этой улице. Один в поле воин.